Если ваше настроение на нуле, тогда вам срочно нужно заказать такси. Правда, не обычное, а с водителем Русланом. И песни споете, и прокатитесь бесплатно. Таксист из Челябинска Руслан Зимер решил стимулировать в своих пассажирах творческое начало. Горожане, которые соглашаются спеть в караоке во время поездки, не платят по счетчику. Водитель объясняет, что каждому клиенту он предлагает принять участие в акции. Кто не против, тот сам выбирает, какую песню исполнить. А Руслан ищет соответствующую композицию с караоке на YouTube в своем планшете. По словам водителя, в его коричневом Датсуне спели пока всего человек 10. Среди них рэпер с текстами собственного сочинения, а с одной из пассажирок водитель сам с удовольствием спел песню «Чужие губы» группы «Руки вверх». Процесс исполнения песни мужчина с разрешения пассажиров снимает на камеру и выкладывает на YouTube. Под эти цели Руслан, окончивший режиссерский факультет ЧКАКИ, создал специальный канал. Руслан рассказывает, что во время пандемии ему пришлось перепрофилироваться, сменить работу ведущего мероприятий на водителя такси и взять машину в выкуп. Чтобы не унывать, он решил снять любительскую документалку о том, с какими трудностями сталкивается, о выкупе машины, о быте таксиста, о своих жизненных неурядицах. В будущем Руслан намерен расширить проект. Например, при помощи такси можно поздравить друзей с днем рождения и передать подарок.